Я готов. Все готовы, как дети. Да, готовы. Взываем духов к себе. Вы готовы, дети? Нет. Нет, нет, капитан. Я сосу. Он много хотел свой логотип там сделать, нет? Это вообще с ним порта с меня нападает. Ну, нахуя вообще зашел? Это и есть огнемёчки, если что. DBC карта. Ну, а Overwatch еще ж не активировали, да? Нет. Кому-то да, кому-то нет. Ну, а мне нет. И мне тоже. Смотрите эту текстурку лавы, это залипало бы. Блин, нафиг эту карту-то, а? Рандом. Чувак, давай-ка не будешь нафиг, а рандом. Так, а что делать? Я какой-то вист. Ну, короче, ведешь, выбираешь проб, становишься им. А кто-то у нас хантер. У фаналистов сам. А как выбрать? У тебя скилл есть, типа, морф. А я не могу. А в кого? Да. Твою мать! Тут много в кого можно. Саундтрек, блин, играет. Я пытался в дом превратиться, но не получилось. А чё там на Т? Хоткей какой-то алкан. Это, типа, а ну, кричалки. А кто Хантер? Где Джон Сина? Аниматор? А, лифт! Как отключить, допустим? Сюрприз, Биби. Тости. Чё, заспавнилась какая-то штука, чё за? Пожалуй, нет. Я дам Бэдди Соу. Андрей, мы за духов играем, слышишь? Какой ж. Нам надо найти шамана своего. О, блядь, это брат! Кто это сейчас делал? А кто голубой? А, Никита. А вот кто? А, просто он... Недавно. Доктор? А, Никита. Слышь, розовый. Ты такой бесполезный вообще? Так, кто знал? Я потестировал, подумал, какую хуйню мне не дамажило. Я просто за вами спалил, серьезно. А какого хуя? Че сейчас было? Это льдина некрасиво вписывалась, не по законам физики. Иди нахуй. Блин, че у вас так легко находит? А что? Не знаю. Ну че у вас так легко находит? Вот у меня росту, прям бежали ни разу вообще. Ой, нашел кого-то, он бежит! Огромный медведь! Сука! Они сами бегают! Фашист, дурак! Спаси, фашист! Лифт, они сами бегают, как ты догадался? А в медведя тоже можно? Да надо, ты еще последний остался! Хорошо! Фашист! Сделаю! Я один пробовал! Уже в пути! Пацаны, вы меня никогда не найдете! Я видел тебя там! Уже в пути! Хорошо. Ну ладно, точно я хочу. Уже там. В пути. Фашист, нет, это нормальный бог, уже нет. Получай. Фашист. Хорошо. Сделаю. Я сейчас твой звук проиграю, пожалуй. Хорошо. Сделаю. Иду. Хорошо. Так. А, еще бегать можно. Иду. Сделаю. Блин, ладно. При этом времяпрепровождение, у вас еще 2 минуты. Уже 2.5 минуты, если бы ты сейчас. А нахрена вы пихали таймовно, это же не интересно. Уже в пути. Хорошо. Ну что? Это. Сделаю. Кто он был? Я на спавне вашем был. Вы каждый раз спавнились, мимо меня походили. Это был лол. А, там ты прячемся. А так вон, кто был первым хантером, выбирает арену, да? Рандом. О-о-о, я просто зашибатые идеи есть. Меня никогда никто не спалит. Подожди, я что опять? Да, ты опять. Нет, Пашка, ты снимаешь, да? Да. Дорогие товарищи, идите нахуй. Жестоко. Блин, я не могу встать так, как он встал. Ты подходи ко мне жестоко. А я могу превратиться еще в кого-нибудь? О, Слюшка, я тебя убиваю нахуй. Здравствуй, Амир. Ой, какая-то собака в законы физики. Ты смотри. Блин, что за баг? Я не могу женщину спрятаться. Чё,
А, все, все. Лифт! Я сама весь палец, блядь. Это что? Я видел даже это. Взрывы. Ты просто хочешь стрелять вообще, что это? Во все? Это стандартная тактика в танке. В чем? А Паш, а ты был там? Нет. Логично. Логично. А если кричишь, тебя видно на карте или нет? Нет, нет. Не видно. Кужи беспалёные, я под себя коневаю. А ну-ка, давай, ты жизнь или смерть, бах! Чё, убил кого-то? Да. Опять Аламир? Не, кого? А, Андрей. Андрей, я на улад кинул гранату, он... Вот Андрей меня сейчас по-любому опять палит. Меня убили? Да. Я на улад гранату кинул просто. Если сейчас меня Андрей найдет опять, я буду звать его хитером. Извини, Ламерт, я просто помню, где ты сидел. Зачем ты стреляешь в женщин? Ладно. Псина. У меня 10 хп осталось, мне одного какого-то фразят и умер. На кладбище кого-то. Нужно найти какое-то скопление, кинуть на гранату. Не умеет. Скажи, не спалил просто. Интересно, рядом со мной есть кто-нибудь? А, он граната! Ой. О, кто сдох? Я только что... Это... Элеватор сдох. Парамога. Нахрена вы руны подбираете? Или это не обязаны подбирать? Руны для этого спавнится. Уберите тайм руны, а то слишком долго получается. Да ну без них нельзя. Без них нельзя, они не убираются. А сколько игра будет длиться? На бесконечности такое? Две. Ой, ёбал. 7 лет. Да. Если брать тайм-руны, то до бесконечности. Но они умрут, не забывай. Что умрут? Они же умирают, когда вышли. Там умер. Кого еще не нашли? Меня, Пашу и Кастета, да? Нормально. Я так кого без палима. Это как-то сложная тактика. По-любому Кастет какую-то женщину превратился и теперь нафиг. Нет. Ну я видел, как ты убил одну женщину, маньяк. А типа, вам дают скины или вы сами выбираете? Мы сами выбираем. Любым объектом можно стать. Или человеком там, или... Ты любым объектом стать домом, но не получилось. Ну... И куда ты бы стал? Я так понимаю, что там еще никого нету, потому что это... О, я могу следить за хантами по тексту, который появляется. Я про него и говорил, если что. А, не очень. А с кем вы там играли в StarCraft и Top Hunt? Помните? Что? В StarCraft и Top Hunt играли с кем-то. Мы играли, да. Я еще сортиром стал, стал возле другого сортира, и никто меня не нашел, я выиграл. Я там тоже помню. Не помню, да, с кем вы там тогда играли? Вы Дипаш когда был. Да, как раз все были, только Андрейки не было вроде. Андрей, ты же не играл? Да, ну и Валера еще. Ужасно ты был. Андрей. О, этого камня тут не было. Просто стал сортиром. От этого. И потом, когда 30 секунд осталось, я, короче, сортиром побежал. Фаталити. Вообще, в этой карте самое неудачное, это заспавниться машиной. Потому что машина, ну, тяжело куда-то встать. На дорогу, на... Чувак, ты почти угадал, я там был. Там некоторые машины... Знаешь, там два камня так и стоят? Я был камнем. А я был тележкой, пацаны. Я был камнем. Я просто был в ряду камней. Что? Блять. Денис Каха. Не повезло. Ой, тут так много мест, куда спрятаться свободно. А что, новая игра, да? Да, у тебя 30 секунд осталось, смотри. Можно стать крабом, пацаны! Это же мое призвание, ребят. Сейчас буду убивать крабов. А я с одного выстрела убиваю? Нет, с двух. А деревьями едят чего? И травой нельзя, ёп! Эй! Победитель, что сразу сдох. На спавне не сидеть. Только сюда пришел и... Чё-то Никиту быстро спалили. Я бежал, потому что перед ним. А, лол. Прикольно.
Что-то затишье какое-то. Потому что я еще. Я знаю, что в этих камушках кто-то сидит. Сейчас туда брошу бомбу. Да! Нашел кого-то. Меня что ли? Да. Ты просто рефлекторно стреляешь по движущимся целям и... Да они сами по себе еще ходят. Я не, я знаю, иногда ты не несли. Ебать, великий краб. Кто там психует? Не психуй. Эй, что, Андрей, ты кого-то убил здесь? Я кинул бомбочку. Ага. Это, кстати, два раза подряд карту выбирал. Бля, эту карту выбирал. Что? Там кто-то есть, пацаны. Глюки. Я отвечаю, где-то кто-то здесь есть. Да ладно. Так, а кто еще пробовал? А, еще кассеты я остались. Я. О! Бля, патрон-трек! Патрон-трек, да? За-за-за-за-за-за. Что? Андрей, хорош портал стоять. А, нет, еще элеватор. О, у ног. А вот я и паста, да. А, я и паста. А, что вы меня убили? Это камень не может туда, просто по природе. Пацаны, зачем вы меня убили? Блин, ладно. Ты только сейчас заметил. Я так отходил. Ага. Я был таким хорошим крабом. Ты прям на спавне был у меня. Ну, я не совсем на крабе, но спавне был. А как кровать? Слишком много крабов в одном месте. Когда умираешь, не можешь резнуться даже? Нет, ты же все. Так, у меня осталось 20 хп. Точно. Сейчас слишком много хантеров. Короче, просто стреляем и просто движешься. Короче, жертву с собой набросай гранату сюда. Я тоже ищу, где можно. Нашел, пацаны, КБР! За ним, пацаны! Остался я. Ну там прям какой-то из этих камней. Че сразу камень? А чё? Там спалился. Бомба! Чё? А бомба чё, не ранит? Ху! Бомба ранит. А я кинул, и она не ранит. А ладно. А я тоже кидаю бомбы, она не... У меня 40 хп осталось. Нет, Паша. Может быть, Паша, это царь краб? Я? Нет, он не то. Что? Кто-то умер. Паша сидит, откинулся там. Откинулся? У меня 20 хп осталось. Паша, поздравляю, что ты откинулся. У меня 20 хп, я больше не могу. Кто зеленый хватит? Я пойду пока мусор отнесу. Я зеленый. Попробуй вот эту сломать. Лодку, лодка нет, лодки я помню. Он еще бревном может быть, бревном. Паша бревно или камень. Скорее всего камень. Это прозвучало как оскорбление. В этом построении камней его нету. Что? Ну, да, Паша где-то здесь. Я вон он! Пацаны, я его нашел! Где? За ним бегу, пацаны! 4 секунды, 3, 1. А, вот нашел его! Вау, ты. Понимаешь, грыб наш камень? Кто меня убил? Я! Блин. Отлично, на последней секунде. О, опять. Опять таун. Давайте я еще карту большую забил. О, я хантер, я встрял, короче. Блин, я опять за ним не могу встать. Я всю за ним быть. А сколько цена секунда реша? Все. О, я зашибись просто. Все, у меня никогда не надо. Смиритесь. Хорошо. Иду. Просто никогда у меня не найду. Никогда и никак. Не, Паша, Андрей, ты все заныкались?
Сделаю. Почему я не могу всю карту видеть? Это обидно. Хорошо. Ага. Сделаю. Или хотя бы пробую твою игру. Уже в пути. Я мониторить бы мог, но все равно. Иду. Уже в пути. Паша, где-то фраг будет. Хорошо. А что у нас хантер? Паша. Где-то справа, я не знаю, я видел выстрел один. Уже в пути. Может, я могу подарить вам проп-поинт его. Уже в пути. Что? Иду. А, точно. Хорошо. Получай. Кого сколько? Уже в пути. Что? Что это сейчас? У меня 5 проп-поинтов и 0 хантер-поинтов. Уже в пути. Паша как-то осторожно действует. Он стреляет будет. Не знаю, он как-то пробежал, стрельнул, убежал. Я, ну, смотри, выстрелы по карте. Едешь и видно их. Ну, точнее, ну я и говорю, что он как-то что-то пробежал, стрельнул, убежал. Минус 10 хп сил. А чё, он больше не стреляет? Паша, стреляй! Мы тебя не видим, давай стреляй дальше. Я вас тоже не вижу. Мы уже видел, рандомно стреляем, или гранаты кидаем. Заучивай карту. Хорошо. Да, так как мы первый раз играем, все честно, хорошо положение. Уже в пути. Хорошо. Уже в пути. Что? Хорошо. Что? Уже в пути. Блин! Нет! Сделаю. Уже в пути. Я понял, в чем это фигня. Уже в пути. Паша, это читерство, иди. Да реально читерство. Черт, я не знаю, где. О, нашел кого-то. Ой, все. Походу, когда тебе руна попадает такая. Димба! Нет, это вообще читерство. Ну это 15. Я чуть не пересрался. Он мимо меня пробежал. Паша, ты что, видел меня что ли где? Нет, это элеватор вел. Лип, ты сука! Слышал, когда я говорил, что ты проехал захват, да? Это я говорил возле тебя и в другую сторону. Каждый раз, когда слышал это, я это делал. Прикажешь? Валютно. Сделаю. Уже в пути. Кто остался, блин? Я остался. И все? Я остался. Уже в пути. Вы все остались, мы все остались, кроме Дэна. Хорошо. Уже в пути. Иду. Ты вообще не так бомбу кидал, какого лешего? Сделаю. Он, короче, кинул бомбу вверх, а я был внизу, я все равно... Вы мирным остались, что ли, да? О, уже в пути. Я убил пса. Хорошо. Уже в пути. А, я даже знаю. Бью без промаха. Сука, извини, пацан. Сделаю. Ох, там пропажите, да? Вот из них кто-то по-любому человек. Уже в пути. Иду. Человек. Блин, куда мне забежали, столько я. Уже в пути. Из него мы как бегу. Ну, блин, первая граната полетела. Уже в пути. Остался один. Ну, паук. Из него мы как бегу. Человек. Иду. Но паук, фонарь бы нашли, да? Чопы как без рук, пидорас, пидорас. Как ты, где он был? А как он, как ты узнал, что я был камнем, меня пробежали раз 6-7, пробежали птичьи камни, но не меня. Эй! Паша, зачем эту же карту хостом? Рандом я набежал вообще-то, если ты не заметил. А я могу стать собором? Нет, не могу. Ты собором вроде можешь. Нет, нельзя. Так, раз, два, три. Так, раз, два, три. Пробу подотри. Мешло. 10 из 10. Я запоминаю просто, где что находится. И это Зелда. Встань ты правильно, понял? Встань ты! И кто ты после этого? Я! Человек, но паук. Ну что ты знаешь? Кого я убил? Кастет. Че ты зива? Потому что я запомню, что здесь кам. Что ты? Я помню здесь, я стоял все это время здесь. Я знаю, нет, сюда я сам побежал. Не, ну я знаю, но я сюда пришел, потому что я проверял. Здесь лишний какой-то один, еще могила какая-то. Отлично. Фризруны не могут двигаться. Пропы. Я могу двигаться. Но ты не проб, ты хантер. Привет, приветик. Хорошо.
Ты как? Да просто одного раза сыграешь, поймешь уже, что где находится. У меня 3 балла, блин, вообще. 3 балла. Бали меня. У нас тоже 3 еще. Что-то здесь лишнее, я отвечаю. Здесь нет ничего лишнего, блин. Кем был, Паш? Крестьянином. Я заметил, что это позитивно близится. Пытался прикрыть его спать, но я еще не выбирал. Где? Как вы меня нашли? Ну чего вы меня нашли? Бум. Андрей, ну бесполезно, здесь животных никогда не было. Блин, давайте. Однако я был там последний. Тигры. Да, куда? А я хан, блин, я хантер. О, я знаю, тут до места заныкаться можно. Ну вот, я хантер. Что это за звуки? Кто-то мышкой скребят. Это будто собака скулит, я не знаю. Или... Кто-то очень возбужденно дышит. Да, да. О, у меня 11 очков, нифига, я только сейчас заметил. А, две бабы! Смотри. Ну! А, подожди! Кто слакостя ты? Беспалевный пипец! Кто был хантером? Я хантер. Да ну... Смотри, тут две бабы ходят в одном месте, что-то вас много. Три очка. Никит, не умеешь прятаться. Он на спавне прям был. В реале на спавне очень сразу проверяешь обычно, уходить. А? Ну да, ну да, ну да, я первый раз на спавне был, мне никто не запалил. Ну... Меня запалили, но уже ближе к концу. Потому что никто не догадался. А сейчас-то все понятно. Он был бы с человеком, ой, царя лень, умри. Хотя я даже не знаю, где здесь спавн твой. Ну там, где кружок такой. Его еще найди. Не, Паша, когда кричишь же, тебя могут найти вроде или нет? Да нет. Я кричал, меня никто никогда не находил. О, сейчас слышали же звук. А, сейчас Паша, это ты, да, ты рядом со мной? А вы... Да, хватит орать фаталити, Паш. То коробка. Да хрена вслух ты прочит. Дебил. Нет, первый вариант. Офигеть. Из этих обрезков кто-то лишний. Жопы чую. Остался один. Два факела, странно! Андрей, Костет, ты что видишь, что мы пишем? Да! Чувак, смотри на союзников. Мне 3 секунды осталось. У меня 10. Ой, все. Нет, скажите просто, кто это? Мне просто интересно, с кем я встречался. С кем ты встречался? По пути, я не знаю. О, Руна. О! А почему я... Почему на нем сказательный знак? Подожди, отлички, я Рону подобрал. Ищу я, блин. Почему никого не... Поиграл. Я с кем рядом стоял, а? У кого 18 хп, скажите просто. Я умер. Андрей, Костет, или кто-то вас... У меня последняя жизнь. У кого 18 хп? Изи. Изи. У кого 18 хп было? Я видел, что... Рано, сэр. Выбирай рандом или что-нибудь там, большую карту. Ой, ё! Где я вообще? Я исчез. Где? Ладно. А, страница неким вообще. Чё, у меня нашли что ли, чё? Никого не нашли. Не, бежал. Смотрите, вообще неким, кроме камней. Ну, становиться реально неким. Я знаю, кем я стал. Нет, тут есть кое-кем, можно камнем стать, но... Ну это все. Нет, тут много кем можно стать. Ё-моё. Ладно, я супер беспалевен.
Мне тебя только наверное найти можно. Так, как Сухантер? Андрей еще Хантером ни разу не был, вроде первым. Андрей. Да, что? Ты же не был ни разу еще Хантером, да, первым? Не собираюсь, я просто становлюсь пропом, сворачиваюсь и все. Нормально. А если руну кто-то задействует? Там неплохо. А что там в лесу был камнем, когда я духом возмездия рядом пробегал? Камнем? Колодный может? Нет, именно камнем, возле которого я по краю карты духом возмездия пробежал. Нет. Вот это было, здрасте. Полумер, ты сейчас просто подпустишь. Почему сейчас 16, а у меня 6? Чё, 6? Ну, спроси, почему у Ламерда 3? А почему у меня 8? Потому что у Ламерда 16. Чё, Хантер написал? Чё, найти никого не можешь, что ли? Давай, ищи это ладно. Ну, не стреляй во все просто, что думаешь подозрительно, все. Тут можно доразить, сколько камень будет. Да это ты только так. Чего? Паша это задел, да? Опять эта карта? Так, стоп, а что произошло? Я чуть не записал. А, видимо, если Хантер умер, не? Да. А, ну вот. А кто Хантер теперь? Лифт. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади моя тоска. Вот он я, привет, войска. На-н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 а. Здесь не то, что на Пашкенте, на каком-нибудь Пашкенте, на каком-нибудь Ташкенте. Паштет. Найдите куриный паштет. Давай, Лифт, покажи мастерство Ханта. Вот это пыр. Что? Читер, иди тафиг. Ну нахуй, сам рассказал, что я мастер Тоху Ханта показал. Вот за что тебе сейчас очки дали, Зен? Чё? За что он слился? Вообще можно прописать вот такую команду. Вот видите, у меня поинтов 13 стало. Хара читерить. Да ладно, ну просто, я не хочу быть внизу. Идите нахрен! Видишь, Паша должен читерился 17 поинтов. Ладно, я больше читерить не буду, чтобы быть все-таки. Папа! Я сейчас ее умножу на 2 читы. Ладно, я не буду ничего умножить, не так когда хуя. По-моему, это работает не так. Блин, не то написал. Не лень бегать искать это время. Да знаю. Я бегаю, при этом смотрю, чтоб не прошли. Ну, только уменьшать можно, не? О! Чил. А, я думал, меня попали. Ну и кто-то после этого. Ну и кто, ты после этого? Да где кто? Я уже доконался. Не, это можно вычислить еще. Ну-ка, ну-ка. Что? Я кого-то убил? И потом это набирает 10 тысяч просмотров. И охренеть. Паша платит мне 10 тысяч рублей. Нет, каждому по 120 рублей. 2 рубля мне скинь, я буду счастлив. А в Украине все так плохо? Да. Не, его 2 рубля, это по его курсу там. Сколько? У него гривны, если что. Даже гривны не будет там. 8.
Ну столько раз ходили, меня не нашли. Да блин, у кого я вечно слышу реплики, огонь напал в цель? Денис Мэр. Я просто звуки убавил, потому что нифига не слышно. Сейчас не должен быть. Если слышно, еще удалю. Че я стрелять не могу? Пацаны, стрелять не могу. Вот выстрелил кого-то. Вулкан? Ты вулкан застрелил, Игорь? Ага, значит, деревом вы встать не могли. Да ладно. Да ладно. Я только сейчас узнал. Куда сейчас умрут? Да вы опять стопудняк элементарными все стали. Какими элементарными? А, этими. Мне почему-то показалось, что он сказал элементарно. Что такое? Умирать так с песней. We are the champion. Ну ты это! Пока ты никого не зацепил? Я нашел кого-то, пацаны. Ты меня нашел, сука. Ну не может быть, и камень в огне. И плюс так. Денис, хочешь, я тебе покажу? Вот справа камень в огне, которого я скопировался. Что? Где? Я скопировался с камня в огне, алло. Нет, сука. А, слева. То есть. Хорошо, я запрятался. Я тоже. Блин. Не, ну то есть вы поняли, что? Другую карту, давайте кто-нибудь. Чё, пап, свинь-то, алё, нечестно. О-о-о-о. Денис затупил и убил меня. Да ну. Я хант, ну ладно. Надо же, чтоб ты поиграл. Пора бы хоть работать. Вы не слыхали, нет? Ну ладно. По-моему, это выглядит довольно комично. Почему Андрей никогда не был хантом? Был. Или был. Андрей купил эту карту. Все куплено. Что? Блин. Я был куплен, да, чтобы эту карту. Иду. Сделаю. Иду. Уже в пути. Скользит. Цель. Я хочу быть на штуке. Получай. Иду. Ну нечестно, я... Я из игры бегал все это время. Сделаю. Хорошо. Уже в пути. Бью без пробы. Нечестно, ты видел меня? Я такую идеальную позицию. Хорошо. Он видел меня, когда попом был, нечестно. Уже в пути. Извините. Уже в пути. Так, теперь я в эту позицию залез. О, залез. Ну такая идеальная позиция. Где? Огонь. Уже в пути. Четыре тени уже убил. Сделаю. Иду. Сделаю. Иду. Сделаю. Да Паша так жестко вздыхает или что, не пойму. Почему? Блять, нахуя тут еще какой-то идиот пришел ко мне? Уже в пути. Какой? Хорошо. Бью без права. Вот здесь и Спарта. Сделаю. Иду. Я хочу пуджом быть, пацаны. Кто? Кто уже бикает? Что? Паша, это ты, да? Что? Уже в пути. Сделаю. Уже в пути. Кто че мигал? Огонь! Кто рядом со мной. Иду. Просто стоит, алё? Наверное, я. Хорошо. Ну я идеальную позицию нашел просто. Уже это ты сейчас говоришь какую-то немедленную хуйню, да? Да! Уже в пути. Иду. Уже. Ты сам себя спалил, что вы рядом находитесь. Лифт нас погубит. Уже в пути. Хэштег. Иду. Уже в пути. О, пацаны, я вас нашел. Иду. Сейчас чекнем. Уже в пути. Иду. Уже. А где второй? Я убежал уже тебе. Хорошо. Сделаю. Уже в пути. О, подозрительно как-то. Иду. Уже в пути. А? Сделаю. Уже в пути. Так, ищи быстрее. Уже в пути. Руна палева, бегом. Уже в пути. Хорошо. Иду. Ну проходи ты быстрее, тварь. Уже в пути. Нашел? Сделаю. Вот так. Хорошо. Быстрее, руна палева работает. Уже так, в пути. Так, кто остался еще? А, Аламирт. Иду. В этот раз он исхитрился спрятаться. Хорошо. Тихоня. А вот что-то из этого. Да он с тобой дняк тенью какой-нибудь играет. Я тенью все по-моему перебил. Опс, я нашел его, изи. Какой? Чем он был? А, изи. В углу черепком был. А. Так. Паша Хантером прокачался жестко. Ух ты.
О, тигры. Блин, ой, тигры. Ой. Да, тигры обожают короче. Чё все пропало? Где? Я хантер! Я застрял, пацаны, я застрял! Пацаны, не хочу быть хантером, я хочу свернуться. Это король лев! Все, а теперь играй. Я Симба! Пацаны, я сбагаюзил. Окей! Эй, твое место для багаюза! Че вы там багаюзаете? А, это... А, слушай, это не ты. Во, все, везде никто никогда не найдет. Так, что, мне пора искать, да, я думаю? Кто не спрятался, я не виноват. Тимон и Пумба, здорово. Пумба? Зачем ты Куба? Тимон и два Пумба, да? Не, ну я забаговал жестко. Вот почему я домом встать не могу? Мне даже прятаться. Здесь еще кейф есть, что? Алло! Ой. Все, пацаны, нашел ингу. Багаюз сработал, видимо. На самом деле, это не багаюз, но получилось прикольно. Ай, затишье. Я хорошо смотрю, что у нас тут есть. Ах, мы с Дениской на одном уровне. А? У нас одинаковые поинты. Скоро. А ты на 4, потому что. О-хо-хо-хо. Да ладно, ты наверное, за хантом больше получил. Ну еще был вход в этот, что... Ой, я могу брать хант. Я столкнулся и спрятался за деревом. У меня за пропов 25, чувак. О, а я застрял в энтер-входе. Вы издеваетесь, я опять хантер. Да, я не просру тебя, понял? Блин, ну почему здесь... О, мне нравится это. Я застрял! Ха-ха-ха, понял, что это такое? Черт, я не знаю эту карту. Что? Я супер бесполезно вместе. Можно перепрятаться? Ну, я не знал. Ну, как бы, да. Кэп. Сделаю. Иду. Уже в пути. Это маленькая карта. Уже в пути. Иду. Сделаю. Хорошо. Иду. Паша, отстань от меня, ты меня нагнал уже по очкам. Нет. Уже в пути. И лифт тоже. Нет! Паша сейчас сделал что-то прикольное. Сюда, я с ним уезжаю от вас, сука. Уже в пути. Ты понимаешь, я хотел там есть спаситься, но там нельзя протиснуть, щель. Уже в пути. Иду. Почему камни жил? А, не буду знать. Иду. Уже в пути. Хорошо. Это типа золотые фигни. Хорошо. Золотые, только желтые. Уже в пути. Иду. А, тут можно сквозь текстуру пройти, лол. Иду. Этих камней. Ты умираешь. Иду. Уже в пути. Даже если стать вон той хренью, можно вообще в камень войти, тебе конец. Альт не работает, да, все отлично. Ребята, скоро эта дурная карта закончится, меня уже немножко заебало. Ну ты это! Читер! Уже в пути! После наугад кинул! Давайте! А, наугад! Давайте после этого последний раунд и пойдем. О! Кто? Эй, тут камень дает пройти. Иду. Хорошо. Уйди с дороги. Иду. Уже. Вы с дороги уйдите. Господи, ну что вы мерси застопили? Уже в пути. Сделаю. Что? What? Ты с тележкой был, да? Да. Просто я тебя видел, когда был пропом. А. Я тебя отомстил. Сука. Я опять... Давайте, последний раунд. О, я опять хантер. Время быть беспалевным. Так, о, я всех перегнал. Нельзя быть беспалевным. Эй, это мое место быть беспалевным. Я тебе могу сказать, кто где. Ну, на самом деле, просто лень искать. Ну, сейчас просто решай. Какая беспалевная глыба льда. Что тут? Ты чего? Беспалевная. Кто
ко мне приехал, пацаны? Что это такое бесфарный рубль? Скажите. Бедный тролль. Серьезно? Андрей, делай просто пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Нашел где. А, тут еще меняются этими хуйни местами, да, серьезно? Какие? Эй, куда ты поехал? Куда? Два этих огромных хуйни, здесь сейчас их нету. Кто этот камень, который уехал? Кто уехал, тоже камень? Он просто тут сверху стоял. Вот, дрожи! Паша, надо было сидеть на месте. Это был ты? Да мне кто-то спалил. Нет, это не я. Это побежал. Да, Мишка! Ты меня раз... Промазал. Стреляй еще раз. Убил, не убил? Не убил. Гоняй за ним, ты знаешь. Ага, хорошо. Да, ты не пил. Это тебе помощь, Андрейка. О, Паша, дорогой. Я просто камень. Ты вообще-то ты не меня убил. Я знаю, что я тебя убил, но только тебя забил. Как я мастерски спрятался. Нет! Черт! Нет! 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 Скажите, кто это со мной? Уйди! 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 Уйди, сказал! Чите! Чите! Повар меня руны схватил. Я спалил, а кто читер? Пойдем без парни камень сломаю. Ну чите же, ну нечестно. Чего сколько стало хантеров-то уже, алё? Остался Аламер, который я не знаю кто. Уже Паша. Не могу брать. Да я бы остался бы, если бы не эта хрень полная. Это бесполезно. Он бы вон какой-то уголок забился. Хорошо. Сделаю. Кстати, что-то как-то да, здесь скала не должна быть. Иду. Сделаю. Уже в пути. Сделаю. Иду. Уже в пути. Иду. Ты просто стреляете по всему. О, фига себе зон полка. Сделаю. Иду. А почему уже бомба не дамажит? Ты должен до конца ее держать, а не сразу уходить. Иду. Сделаю. Хорошо. Руна заспавнят, пацаны. Сделаю. Хорошо. Уже. Я хочу проверить. Блин, иду. Где вы все? Сделаю. Ага, где ты? Хорошо. Иду. У меня появляется уже какой-то этот. Иду. Сделаю. Слушай, это не ты мне? Зеленый. Хорошо. Кто меня тогда прибегал? Сейчас красный. На секунду появился. Хорошо. В поле зрения. Ну как где-то между деревьями спрятался? Иду, сделаю. Он где-то в углу вот здесь. Иду. Уже в пути. Вот здесь там где? Как он, мигай. Давай. Хорошо. Уже в пути. Ну я там был давно, Паша, я стал здесь хорошо. Да, я проверял уже. Стоп, проверял? Вот этот камень что делает тут? Я спрашиваю. Иду. Уже в пути. Чё вы друг за друг выходите толпой? Хорошо. Сейчас я вижу. Уже в пути. Это сделал я же туда стрелял. Вот здесь вот проверяли камень? Проверяли уже, чувак. Вот здесь проверим, у меня 10 хапов. Я про это. Я там все уже обстрелял. Иду. Хорошо. Да где он сидит? Сделаю. Хорошо. Выбегай, у тебя 10 секунд, все равно не убью. Уже в пути. Мерда пробуй. Сделаю. Прятал. Он за подземным каким-нибудь. Сделаю. Это там отлично. Блин. В этом скромном местечке. Блин, Паша на одну очко вырвался. Почему я подобрал? Мне кажется, он ледяный какой-нибудь, Сандре. Я все ледяные разбил. Не, вот когда я был в левом верхнем углу, он видел меня. Я в левом верхнем углу тоже был, это ты ко мне подкатывал тогда? Он сказал, когда зеленый, я был вообще внизу. Паша подкатывал к кому-то. Ну, на льду был. Ладно, давай через другую место. Да, я собираю.